В этом году был впервые запущен республиканский проект по капитальному ремонту дошкольных образовательных учреждений, в котором принял участие и наш город. По результатам данного конкурса было принято решение провести капремонт в детском саду номер 8 «Дюймовочка». Наше муниципальное дошкольное образовательное учреждение было построено в 1964 году. Ему уже на сегодняшний день 58 лет. И, конечно, материально-техническая база оставляет желать много лучшего. Сегодня, благодаря тому, что мы приняли участие, Каспийск принял участие в этом конкурсе, мы оказались в числе победителей. 3 октября был подписан контракт о начале ремонтных работ в дошкольном учреждении. И сегодня совместно с подрядной организацией и представителями ЖКХ под руководством администрации Каспийска было положено начало капитального ремонта. Работа будет проводиться в соответствии с техническим заданием и планом-графиком. Сегодня завершены конкурсные процедуры, подписан контракт с ОЮСК, который зарегистрирован в городе Каспийск, специализируется на выполнении работ по капитальному ремонту, реконструкции, строительству социальных объектов, имеет достаточный опыт и большой послужной список. Значит, в этих целях администрация города в текущем году была подготовлена проектно-сметная документация, которая предусматривает ремонтные работы в детском саду номер 8. Непосредственно это работы по штукатурке, шпаклевке, замене полов, потолков, замена инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории. На время проведения ремонта воспитанники детского сада номер 8 временно будут находиться в 37-м саду. Работы планируется завершить до середины декабря текущего года. Отметим, что администрации города подана заявка в Министерство экономики Республики Дагестан по проведению капремонта в 2023 году в 12-м, 16-м и 23-х садах. Проектно-сметная документация по этим объектам уже разработана и имеется положительное заключение.